Итальянская легавая. Последние годы итальянская легавая переживает взлет популярности в области охотничьего собаководства. В рабочих испытаниях, в ходе которых имитируется ситуация охоты, и собака должна разыскать дичь, задержать ее, но не преследовать, если та вспорхнет, принимают участие особи, показывающие высокий класс, незаурядные атлетические способности и хороший стандарт. Во время состязаний манера действий итальянской легавой не схожа с манерой других пород. Прозрачна не только для экспертов, но и для обычных зрителей. Она впечатляет своей исключительной элегантностью и ритмичностью. Типичный аллюр этой породы – рысь. Довольно быстрая рысь с сильным толчком задних конечностей и широким шагом, поделенным на интервалы отрывом лап от земли. Держа голову высоко и по ветру, итальянская легавая всегда использует остановки самым выгодным образом для точной локализации дичи с большого расстояния. Такой охотничий аллюр, как рысь, является типичным для итальянских пород легавых и составляет одно из главных преимуществ. Правда, другие породы охотничьих собак тоже умеют бегать рысью, но для них рысь служит своего рода отдыхом, когда собака устала и больше не может бежать галопом, либо используется в том случае, когда собака, заметив дичь, замедляет ход, чтобы подкрасться и сделать стойку. Для итальянской же легавой это нормальный аллюр, с помощью которого она развивает скорость, достигающую скорости галопа. Все остальные породы тоже умеют бегать рысью, но ни одна из них не делает это в такой зрелищной и увлекательной манере, достигая таких высоких уровней скорости, как итальянская легавая, ураган среди других собачьих пород. Итальянская легавая – одна из самых древних легавых пород собак. Достоверные сообщения о наличии в Италии собак, служивших для поиска и ловли перепелок и фазанов, датируются уже поздним средневековьем. Болонец Пьетро де Крещенци в своем трактате по агрономии, написанном в начале 14 века, так описывает работу легавых собак, которые в ту пору назывались сеттовыми. Куропаток, перепелок и фазанов ловят довольно большой сетью, именуемой «стращина», с помощью специально обученной собаки, которая ищет названных птиц, и когда находит их, застывает в стойке, чтобы не спугнуть дичь. Увидев ее в стойке, охотник понимает, что она выследила дичь, вместе с помощником разворачивает сеть и накрывает ею собаку и птиц, так что те оказываются пойманными. Высоко ценившиеся богатой буржуазией и знатью эпохи Возрождения итальянские легавые непрерывно совершенствовались в своих применениях в качестве охотничьих собак и в конце концов обратили на себя внимание королевских дворов по ту сторону Альп, которые готовы были заплатить любую цену за чемпионов среди собак того времени. Существует достоверное документальное свидетельство тому, что в 16-17 веках итальянская легавая экспортировалась в Германию и Францию. Ближе к концу 16-го столетия все большее распространение приобретает ружейная охота на птиц. Итальянская легавая снова выступает здесь в качестве главного действующего лица. Вот что писал по этому поводу капитан Витто Бонфальдини в книге «Охота с аркебузой», изданной в 1640 году. «Когда выйдешь в поле, пусть передаю легавую, чтобы она выслеживала дичь. И в том случае, если она поднимет перепелку или куропатку, ты должен вскинуть свою аркебузу, и пока птица поднимается, взять ее на мушку и, не теряя ни секунды, произвести выстрел». Пользовавшаяся широкой популярностью еще в течение всего 18 века, во второй половине прошлого столетия итальянская легавая переживает период забвения. Он связан с тем, что присущий многим собаководам-любителям вкус к новизне и экзотике заставил их предпочесть итальянским легавым английских собак той же породы. Порода сохранилась благодаря нескольким родам, отличавшимся превосходными охотничьими качествами и содержавшимися в ряде знатных и богатых семей Северной Италии. Среди них можно назвать легавых соврасо каштановой масти, принадлежавших семье Ранца и имевших распространение в период между 1850 годом и началом 20 века.
Вспомним также бело-оранжевых, принадлежавших королю Виктору Эммануилу II и семейству Аскьери дель Кунезе. В Нижней Ломбардии особенно ценились роды Павезе, Валвасори, Ангвисола и Мараццани. В 20 веке порода постепенно начинает снова пользоваться спросом среди охотников, особенно после Второй мировой войны. Среди собаководов, сыгравших наиболее важную роль в истории породы, нельзя не упомянуть Паоло Чиччери из Казаль Пустерленго. Чиччери в течение 60 с лишним лет усердно работал над устранением присущих этой породе дефектов конституции, внеся тем самым огромный вклад в создание прототипа современной итальянской легавой. Слово «ронки», фирменный знак Паоло Чиччери, присутствует в родословных практически всех чемпионов среди собак этой породы, начиная с 50-х годов и до сегодняшнего дня. Естественно, что за десятилетия официального существования любительского собаководства в Италии, начиная с 1881 года, критерии оценки собак, устанавливавшиеся различными специализированными обществами, неоднократно менялись. Anno in cui nasce in Italia la cinofilia ufficiale, fino ad oggi. Современное общество любителей итальянской легавой было основано в Лоди в 1949 году. Это общество с помощью регулярно организуемых им встреч членов общества и владельцев собак данной породы внесло огромный вклад в обновление итальянской легавы, стремясь объединить в одних и тех же особях физические и поведенческие характеристики, адекватные охотничьим и спортивным задачам самого высокого уровня. Событием особой важности в жизни специализированного клуба является слет, руководимый компетентным жюри и обеспечивающий регулярный контроль морфологической ситуации породы. Выставки собак, и тем более слеты, не следует рассматривать как сугубо зрелищные мероприятия. К ним следует скорее относиться как к своего рода зоотехническим демонстрациям, во время которых вниманию любителей предлагаются особи, максимально соответствующие стандарту, то есть обладающие морфологическими характеристиками, наиболее подходящими для выполнения тех функций, в расчете на которые была создана данная порода. Таким образом, слет является моментом творческого выбора для породы и местом встречи ее поклонников. Согласно эталону породы, высота итальянской легавой в холке составляет от 55 до 67 сантиметров, а длина туловища равна или чуть больше высоты собаки. Длина головы составляет 4 десятых высоты в холке. Черепно-лицевые оси расходятся. Переход от лба к морде малозаметный. Мочка носа, крупной, с широкими ноздрями, слегка выступает над передней линией губ. Длина носового канала равна половине длины головы. Верхние губы хорошо развиты, тонкие и не спадающие, с хорошо заметным смыканием. При взгляде спереди образует под мочкой носа перевернутую латинскую букву «В». Глаза имеют добрые, спокойные выражения. Разрез глаз овальный, цвет охра или карий, в зависимости от масти. Ухо, расположенное вдоль скуловой линии, имеет форму кулька, то есть передняя внутренняя валюта ярко выражена и примыкает к краям к щеке. Ширина уха равна как минимум половине длины. В нерастянутом состоянии ухо должно достигать своим передним краем мочки носа. Длина шеи и усеченного конуса составляет 2/3 от длины головы.
Шея заметно отделена от затылка. Две характерные кожные складки на горле образуют подгрудок. Холка приподнята, кончики лопаток выпирают. Грудь объемистая, глубокая и опускается до уровня локтей. Ребра округлые. Поясница короткая, широкая и мускулистая. Длинный, широкий и мускулистый круп имеет угол наклона к горизонту примерно в 30 градусов. Нижний профиль туловища почти горизонтальный в грудной части и слегка приподнят относительно брюшной полости. Хвост толстый у корня и сужается к кончику. Купируется таким образом, чтобы его длина у взрослой особи составляла 15-25 сантиметров. Передние конечности поставлены отвесно, мускулистые. Лопатки длинные и покатые. Пясти относительно короткие и слегка изогнутые. Лапы овальные, с дугообразными пальцами. Ногти белые, коричневые или цвета охры, в зависимости от масти. Подошвы сухие и эластичные. Бедра длинные и мускулистые, с задними краями, вытянутыми в прямую линию. Плюсны довольно короткие и сухие. На лапе может быть пятый палец, шпора. Шкура плотная и эластичная, более тонкая на голове, горле, подмышечных впадинах и нижних частях туловища. Плохо прилегает к нижней мускулатуре. Шерсть короткая и густая, блестящая. Менее густая на голове, ушах, передних частях конечностей и лапах. Масть белая с более-менее крупными подпалинами каштанового или оранжевого цвета. Вышеописанные характеристики экстерьера итальянской легавой содержатся в последнем по времени стандарте, утвержденном Итальянским национальным обществом собаководов-любителей в 1989 году. Выбор щенка является очень ответственным делом. Не рекомендуется приобретать его слишком рано, так как в этом случае у него не будет времени на то, чтобы отвыкнуть от общения с матерью и другими щенками. Следствием этого может стать некоторая робость характера или чрезмерная зависимость от хозяина. Идеальный возраст для приобретения щенка – 3 месяца. Выберем щенка с добрым характером, несколько задиристого по отношению к братьям, любопытного и бойкого. Проверим прикус резцов и количество малых коренных зубов относительно возраста щенка. Обратим внимание на то, крепкий ли щенок и нормальный ли у него рост. Он должен быть пропорционально сложен, иметь короткую поясницу и массивный круп. Конечности должны стоять отвесно, внимательно осмотрим пясти, которые не должны быть слишком изогнуты. Предпочтем голову с длинной мордой, без заметного перехода между лбом и носом. Череп не должен быть плоским или слишком узким. Глаза должны быть нормально расположены. Кроме того, они должны быть крупными и широкими. Здоровый щенок должен иметь хороший аппетит и, соответственно, нуждается в адекватном питании.
В возрасте одного месяца частота ежедневных принятий пищи должна быть следующей. От 1 до 3 месяцев – 4 раза в день, от 4 до 7 месяцев – 3 раза в день. В последующем собаку следует кормить 2 раза в день. В течение первой недели щенка кормят коровьим молоком и говядиной хорошего качества, дважды прокрученной через мясорубку. Нельзя забывать о витаминах и минеральных солях, в особенности о кальции и фосфоре. Со временем следует начинать древнейшую пищу, в том числе мясо, рыбу без костей, молоко, зерновые в виде хлопьев, хорошо проваренный рис или сухой размягченный хлеб, несветленное оливковое масло, обычные вещества, способствующие пищеварению и минеральные соли. В первые полтора месяца белки, мясо, молоко должны составлять 80% диеты, а затем 60%. Наконец, необходимо помнить, что в продаже имеются корма, идеально подходящие для собаки в первые месяцы ее жизни и позволяющие без особых усилий решить проблему питания щенка. Помимо морфологического стандарта, определяющего физические характеристики итальянской легавой, существует еще рабочий стандарт, описывающий поведение породы во время охоты. Характерным аллюром легавой является рысь. Это довольно быстрый и упругий аллюр с размашистым шагом. Постоянно держа голову по ветру, итальянская легавая готова использовать любую возможность для встречи с дичью. Почувствовав какой-либо запах, легавая постепенно сбавляет ход и, перейдя на шаг и максимально насторожившись, пытается определить местоположение дичи, то есть, как выражаются охотники с собаками, волочиться за дичью. В положении стойки легавая полностью собрана и сосредоточена, ноги выпрямлены. Если дичь пытается уйти медленным шагом, легавая ведет ее по ветру, не упуская ее из-под контроля и сохраняя напряжение стойки. Для итальянской легавой рысь является естественным аллюром, а потому при соответствующей подготовке она способна убыстрять ее до такой степени, что скорость получается такая же, как у других собак при галопе. Для достижения такого эффекта используется так называемая брага. Это своего рода сбруя, которая крепится к туловищу собаки и снабжена в районе холки кольцом с продетой через него веревкой. Последняя регулируется по длине и крепится к плюснам резинками, играющими роль амортизаторов при ходьбе. Брага позволяет легавой достигать максимально возможной скорости при беге рысью без перехода в галоп. С помощью этого средства тренирует только избранных щенков с хорошей родословной, с бойким характером, адекватными атлетическими способностями и естественной рысью. Брага не придает рыси никакой искусственности. Она помогает щенку подобрать нужный ритм походки, научиться правильно ходить по различным типам почвы. Позволяет ему достигать максимальной скорости без перехода в галоп, сообщает ему автоматизм, необходимый для сохранения непринужденности и упругости походки в течение как можно большего времени, и, наконец, тренирует мышечные связки, которые более всего задействованы при данном аллюре. В случае охоты с несколькими собаками главное, чтобы они не мешали друг другу.
Если в тот момент, когда одна из собак находится в положении стойки, другая подбежит к ней и вспугнет дичь, вы рискуете вернуться домой с пустым ягдашем. В подобных случаях возникает необходимость в том, что на языке охотников-собаководов называется консенсусом. Если во время консенсуса та из собак, которая не находится в прямом контакте с дичью, видит, что другая заняла стойку, она не приближается к ней, чтобы не помешать ей выполнить свою работу. Предрасположенность к консенсусу может быть врожденной или наследственной, и тогда ее можно усилить путем регулярной тренировки. Но эта предрасположенность может и отсутствовать, и тогда тренер должен привить собаке навыки согласованной совместной работы. Консенсус абсолютно необходим во время рабочих испытаний, включающих в себя работу в паре с другой собакой. Приближается конец нашей встречи с итальянской легавой, древней породой, сумевшей приспособиться к потребностям современных охотников и собаководов. Эта порода, подобно пизанской башне или статуе Давида, работа Микеланджело является продуктом итальянской культуры. И в наших силах сохранить и улучшить это живое свидетельство охотничьих традиций. Закончим цитатой из книги профессора Аделио Кончеллари, посвященной этой породе, написанной в 50-х годах. Охота с легавой, наделенной способностями и стилем, это поистине прекрасное и поэтическое занятие, лишенное какой бы то ни было нервозности, мирное и задушевное сотрудничество между собакой и охотником, сопровождаемое радостью открытия новых мест и созерцание царственной стойки. Итальянская легавая не только прекрасная охотничья собака, но и преданный друг, умеющий понимать, любить и внушать любовь.